Приветствую всех на канале, и сегодня у нас первый рабочий день. Так, давайте откроем. Так, ну давайте покушаем, чтобы у нас все показатели были на минимуме. Так, газировочка. Давайте хот-дог возьмем, использовать. Все, супер. Давайте водичку тогда, ладно, чтобы уж до конца довести все. Все, закрываем холодильник. Свет выключим, экономим. Так, входим из дома, пойдемте к нашему автомобилю. Вот он у нас стоит, я все закрутил, подкрутил. Вот, автомобиль ездит. Так, закрыть. Погнали, обязательно опускаем ручник, все время забываю это делать, если честно. Так, заводимся. Так, нет, давайте сначала включим свет. Вот, все супер. Заводимся. Все, и поехали. Так. Давай, когда доеду, должен снять. Итак, ребята, вот уже 8 часов, посветлело, мы выехали просто рано, в 4-5 утра. Вот, сейчас уже подъезжаем. Аккуратненько давай запаркуемся и поедем на посадку. Так, вот и наш склад. Спаркуемся тогда задом для удобства. Все, вот у нас открывается. Сейчас я первый. Вот так, 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 так. Так, нейтралочку. Заднюю. Все, так, сейчас аккуратно. Давайте еще ее чуть-чуть проедем. А то уперлись. Все. Глушить тогда машину не будем. Выходим. Так, вот он, наш склад. Работать. Магазин. Взять заказ. Так, давай берем. У нас три водички вроде. Нет, две, ладно. Так, берем, ставим в багажничек аккуратненько. Взять. Так, ставим. Все, супер, загрузились. Садимся. Все первое. И поехали дальше. Тогда видео, смотрите, получается сейчас коротенько, поэтому засниму, как полностью доеду до магазина, то есть обрезать не буду. Камера у нас как-то недолго стоит, да? Сейчас неудобно управлять ее. Так, третья. В принципе, не вижу смысла переключаться на четвертую, если сейчас обратно туда еду, потому что и так уже быстро еду. Вот. Так, на поворот тормозов буду рукой, занесло, еще выровнялись. Хотя, если прямая будет, на четвертую переключимся, но не сложно. Так. На третьем газу. 10 км в час. Типа, ну смотрите, идет уже как бы за приборку, да, скорость. Поэтому, в принципе, сейчас заказик выполняем и будем салон крутить. Потому что у меня тут убитый руль и треснутая панелька. Они, конечно, прикольно смотрится, но все же нужно купить нормальный салон. Сделать, я, наверное, поставлю два сиденья. Но это в следующей серии. Пока что тупо нету денег. Так, первая в горочку очень тяжело идет, и смотрите, здесь скорость скинулась. Как бы груз еще видим, да. И неудачно как бы зашли. Вторую переключился, да. В принципе, было бы логично переключиться сейчас на первую, чтобы обороты как-то были нормальные. Ну ладно. Едем так, доедем. Вот наш фонарик уже. Мы близко. Запаркуюсь тогда аккуратненько. Так, чтобы не так как-то. Не отъебись. Так,
Вот давайте вот здесь вот запаркуюсь. Все, тормози. Выходим. Так, все. Берем первую баклажку. Открыть. Давайте поставим сюда. Ну и вторую рядышком. Все, заказ успешно выполнен. На этом как бы можно и закончить серию. Сейчас тогда доедем до дома и закончим серию. Так, доску заднюю аккуратно. Итак, ребята, вот мы подъехали уже к нашему гаражу. Сейчас запаркуемся и закончим нашу серию, как бы. Вот. Давайте глушим. Ручничок поднимаем, чтобы потом забыть его опустить.